Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Недавно с вами разбирали песню группы «Нервы», «Слишком влюблен», и там была фраза про Земфиру. И чё-то я так прониклась и решила вспомнить свои 13 лет, послушать весь плейлист, который у меня был посвящен Земфире. Подумала, блин, тоска, печаль! Поэтому сегодня мы с вами будем учиться играть песню Земфиры «Знак бесконечности». Также не забываю подписаться на мой канал, потому что у меня есть цель на год собрать 100 тысяч подписчиков, чтобы мы с вами были супер крутые и на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. И своей подпиской ты можешь мне помочь достичь эту цель. Поэтому бери укулеле в руки и погнали учиться. Ну, конечно, я вам ее сейчас сыграю. Я хочу, чтобы во рту оставался честный вкус сигарет. Мне очень дорог твой взгляд. Мне крайне важен твой цвет. Я умираю, когда вижу, точно вижу, и некому спеть. Я так боюсь не успеть. Хотя бы что-то успеть. Замороженными пальцами в отсутствии горячей воды. Заторможенными мыслями в отсутствии, конечно, тебя. И я застыну, выстрелю в спину. Разбор на укулеле. И давайте разберем аккорды куплета. А куплет строится у нас на 4 аккордах. Первый аккорд — аккорд ЕМ. Зажимаем первую струну на втором ладу. Затем вторую струну на третьем ладу. И третью струну на четвертом ладу. Далее у нас идет аккорд АМ. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. Третий аккорд — аккорд С. Мы зажимаем первую струну на третьем ладу. И последний аккорд B7. Мы зажимаем баре на втором ладу и третью струну на третьем ладу. У кого трудности с баре, то у меня есть целый ролик на канале, обязательно его посмотри. Там есть упражнение, как это работать, как это, в принципе, играть. Давайте сразу тут разберем бой, потому что в припеве будет все меняться и по аккордам, и по бою. Бой куплета. Мы играем вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз, 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 вверх. И этот бой мы играем на один аккорд. Я хочу, чтобы во рту оставался честный вкус сигарет. Мне очень дорог твой взгляд. Мне крайне важен твой цвет. Умираю, когда вижу, точно вижу, и некому спеть. Я так боюсь не успеть. Хотя бы что-то успеть. Разбор на укулеле. Теперь время припева. И в припеве у нас меняется расположение аккордов. Единственное, мы тут добавляем аккорд D. Его мы зажимаем на 4, 3 и 2 струне на 2 ладу. Ну а далее, на протяжении 2 минут я пытаюсь вам показать последовательность аккордов, что зачем идет. Поэтому мне легче показать сразу картинкой с аккордами, со словами, чтобы вам было понятно и удобно. Ты ее можешь заскринуть, запомнить, а мы погнали дальше учить песню. Теперь, что касаемо боя в припеве. Как играть бой в припеве? Честно, я не знаю, как вам это объяснить. Ну, начнем с того, что нужно знать хорошо оригинал. По сути, тут играется вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз, вниз. Но при этом он постоянно меняется. То есть на один аккорд мы играем полностью этот бой, а на какой-то аккорд мы играем только несколько ударов, на остальное доигрываем. Поэтому здесь очень важно выучить просто рисунок боя, аккорды, и уже смотреть, на какой, собственно, слог, слово мы переходим по аккордам. И тогда у вас все получится. Поэтому я вам сейчас сыграю припев. Посмотрите, что как переходит. Замороженными пальцами в отсутствие горячей воды. Заторможенными мыслями в отсутствии, конечно, тебя. И я застыну, выстрелю в спину. Выберу мину и добрый вечер. Я не нарочно
Ставь лайк, если тебе понравился этот разбор. Также не забывай писать в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Погоди. Дарья из настоящего хочет сказать одну новость. Если ты хочешь поддержать абсолютно все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Boosty. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Это не тот аккорд!